Вот это Леонардо Савинич. Так, один из сотен снимков. Так. Дело в том, что мы с ней не занимаемся этим. Вроде бы занимаемся, но у нее там своя работа. Она... А, поздравляю. Пятерку получила за экзамен, будучи аспирантом. То есть очередной шаг. Но пройдут десятки лет, пока у тебя появится какая-то власть. Я столько ждать не могу. Я жду, когда кто-то где-то там, случайно, а может преисполнится, так сказать, патриотических чувств. Вот, потому что у нас патриоты все, а едим импорт почему-то. Вот. То есть надо Тимирязевскую академию отдать молодежи. Вот. Вот таким вот надо отдать. Почему? Все знают, все умеют. Если брать средние практические навыки. Я сейчас не говорю про теорию. Кто-то может еще и больше ее знать. Если помнит с университета, с академии, которая кончила 20-30 лет. А что касается практических навыков, ну что я скажу? Вот. Тут уже она впереди, наверное, выше среднего уровня, скажем так. Чтобы никого не обижать, выше среднего уровня в науке. Вот. А мы теряем годы почему? Что вот этот вот абрикос, который не имеет даже названия, что его нельзя было взять в работу? Но не взяли. Еще год потерян. Это прошлый год, вот ровно год прошел. А? Ну как так? Ну, посмотрите сюда. Это Сергей Железов. Один из самых опытных садоводов. Вы скажете, ну что, молодежь, господи. 34 года. Да у него стаж 20 лет. Не один. Я сейчас хочу его дочку с 8 лет буду. Беру работу. Беру Валерию Сергеевну. Железу разработку. Во! Вот так даже прям. Ух, как я говорю. Вот. А его я взял 14 лет. Первые прививки. И теперь ему 20 лет. А результаты я показывал. Фильмы отдельно снимал, фотографии делал. Вот. Вот так вот смотрите. Саженцы плодовых деревьев мировых стандартов. Где вы видели мировые стандарты еще? У кого? Вспоминайте. В каком институте? В академию какой? Тимирязевская академика мои фотографии присвоила. Было? Вот, пожалуйста. Вот он каким был. Вот какой сейчас. Посмотрите. Вот его работа. Ну, как вы думаете, кто сможет повторить это? Никто. Почему? А у вас ничего этого нет. А у нас есть. У меня сейчас, знаете что? Сейчас происходит страшная вещь. Порядка 30 саженцев посажено свежих. Примерно квадратный метр, ну, в виде круга. Это черная земля, потому что холм посажен саженец. Потом покажу, может, на следующем вебинаре. И так как с неба сыпались эти самые косточки бесконечные, там кроны так даже нависают там, вот, то сейчас 10, 20, 30 вот таких вот в каждом престольном кругу. И Андрей, помощник Сергея, косит траву, и эти сотнями сейчас жик. И нету больше. А ведь я предупреждал, что это будет. Я говорил, собирайте косточки, приезжайте. Никто не приехал, естественно, что не приехал, так? Вот. Сейчас он косит вместе с травой. И опять никому не надо. Никто в ужас не приходит. И это при том, что это то, чего нет ни в одном уме этом самом. Это же Сибирь. Здесь сочетание морозостойкости и качества плодов, которого не может быть никогда. Помните, это, то, чего Железов продает косточки, это мошенничество и обман и мошенничество. Вот он перед вами, обман. У меня есть фотографии. Ой, это надо отдельно. У меня есть фотографии, я, там, если набрать,
фото мажорский абрикос. Посмотрели бы, какие они дикие. Ладно, это после сертификации. Так, Наталья Михайловна. Ага, вот я тоже говорю, ну, если человек пишет, можно ли купить саженец с закрытой корневой системой, подходящей для Республики Алтай? Может для Республики Алтай? Ну почему посередине лета-то? Ну не середина лета. Вас всегда морочит голову. Продают с ранней весны, все лето и поздней осенью, в любую жару, потому что у меня закрытая корневая система. Уже статистика вырисовывается. 90% вранье, что закрыто. Ставят в горшочек, обрубки корней, засыпали, притоптали, придавили и на продажу. И в середине лета. Вот. Вот я и говорю, у Железовых нельзя купить саженец летом. Вот еще письмо. Вот черешня, купленная осенью в питомнике. Видно, нижние ветки обрезано кольцо. Я, конечно, замазал сюда варом для успокоения, вдруг поможет. Та-та-та-та-та. Смотрите, это еще не все на кольцо. Вот это. Казалось бы, живи и радуйся. Внимание. Перед вами мертвый саженец. Каким-то чудом нижняя почка ожила. А вот они, это то, что на обрезка на кольцо. Видели? А человек уже знает, что это нельзя делать. Но ему заранее, саженец, заранее загубили. Уже заранее. Еще не продав, они уже обрекли его на смерть. Это же черешня, она никак не может до средней полосы дойти. Ой-ой-ой. Знаете, у меня осталось 18 минут. Опять меня ругать будет брат. Вот. Есть такие тяжелые темы. Я вынужден даже где-то пропустить. Вот. Вот этот ужас, ужас, ужас. Мне надо еще что-то денег заработать, поэтому, ну, понятно, что после таких показов ни одна книга не покупает. А, продал три книги. Три, одну такую и две вот такие. А я так удивился. Вот это вот. Я так удивился. А то их жалуюсь, что никто не покупает. Покупают раз в месяц. Так. Почему здесь снова мы любуемся нашей волшебницей? Вот почему. А это Дана умудрилась озаботиться и спасла патриарх. Патриарх должен был быть выпилен осенью. Вот. Осталось где-то четверть веток, остальные сухие. Это значит, в следующем году будет еще меньше. Потом еще кто-то ее поддержал. Спасибо. Я сказал себе, ей пообещал, осенью выпиливать не буду. Значит, в ноябре я ей срежу. Сколько там будет веток на прививку. С него она попробует. У нее 200 зашло моих. Я как-то в фильме показывал, хвастался. Зашло 200 моих сеянцев мажорского абрикоса. Или сыновей мажорца. Этого не помню. Ну, что есть, 200 штук. Теперь веточки. И она теперь будет прививать одно на другое. Но, милая моя, Татьяна Александровна, Танечка, дочка, милая. Ну, опять берешь на себя работу целого института. Ну, сколько можно, а? Ведь не надорвешься, ведь речь-то идет о сотнях. Не твое это дело, целого института. Ой, это заранее жалко. Вот ее письмо. Если вы его решите, патриарх, все же не спиливать, сможете прислать осенью после спиливания. Мне для прививки ученики будут вам признательны, ибо я хочу именно привить его. Ни одной запятой. Значит, волновалась. Сохранив его гены. Конечно, это все. Откажи такой даме. Ой. Ну что, мы еще будем с вами говорить, говорить.
перестал делать весеннюю обрезку, и деревья отблагодарили мне первый урожай. Купил ваши книги записки и садоводство делюсь с автографом. 3 года. Серьезный вопрос. Оставляем до следующего раза. Вот. Формирование. Опять это подлое формирование. Вот. Ну еще ладно, вот это вам покажу. Но посудите сами. Посудите сами. Я хочу, чтобы все такие были уровни, как у меня. Почему? Персики отечественная селекция на нашем участке. Вот. Ну, я ему должен верить. Вот фотографии, что он сделал. Вот они, персики на отечественной селекции. Ура! Кто давно читает мой канал, заметьте. Давно. Я сажаю, кроме традиционных, не совсем традиционные. Персики и нектарины. Где? В Калужской области. В Калужской области. Вы представляете? Мичурина за пояс заткнул. Ладно. Беру я. Нажимаю. Не здесь. Здесь бесполезно нажимать. Но прямо его статья. Я вот здесь нажимал и получил это. И искал, как это называется. Похожее в Яндексе. Вот начало. Так. И вот продолжение. И дальше бесконечный ряд. Помните, я осучил, как я вас учил, как это делается, правильно? Вот он бесконечный ряд. И получается, если это его фотография, но он же пишет, что отечественная селекция, что он вырастил. Значит, фотография его, тогда получается дагестанцы у него украли. Да? Так нет. Вот за границу украли. Да. Вот. Еще где? Молдаване украли у него. У калужского этого жителя. Кирововат уже попал. От него. Да? Так нет. И дальше. Теперь, для чего он это разместил? А дальше будет лапша, вот это пройдет. А дальше будет, что, ага, в Калужской области растет. Подумай, что фотографию спер. Вот. Свою не показал, ни себя, ни фотографию. Почему на моем сайте их с тысячи? А? Тысячи. А здесь ни одного. Значит, продать хочет. И купят. Тимирязевский питомник. Ой, как позорники. Вот моя фотография. И знаете как? Помните, я жаловался. Значит, я пару лет назад вот эту фотографию разместил. Нашел ее еще в прошлом году, видите? Это ведь 1,5 года назад нашел. Вот. Я с удовольствием прочитал, что, оказывается, это же моя фотография, это мой клон. Чистый клон мой. Мой клон мой. Читаем. Абрикос успех. Серафим стал успехом. Новый сорт отечественной селекции. А дальше. Целую. А, кстати, 25 грамм это вранье. У меня это 70. 70 грамм получил этот. Сейчас скажу. То ли Макаров, то ли Мезина. Уже еще крупнее мои стали. По 70 грамм. А здесь как вот передали откуда-то. 25 грамм. Не солидно. У меня манжурцы такие, такого веса. Вот. И придумали целую биографию. А потом, помните, когда я вот так вот покритиковал, она исчезла, вот это. Все осталось тоже. Питомник Тимирязевский, фотография это же. Вот. Стыда нет. Зато вот это вот взяли, высосанную из пальца, биографию сорта, убрали. Так было, нет, вспоминаем. Вот. Ну что, Елена Александровна, как дальше жить будем, а? Кто тебя, Тимирязевку, это самое, пригласит? Сейчас таких специалистов, как ты и Сергей, десяток, еще добавят сюда десяток наших же учеников, моих учеников. Вот и все, это те, которые могут действительно поднять дело. М? Дочка, что?
через 10 лет кандидат наук, еще через 10 лет доктор наук, куча исписанной бумаги. Потом все-таки станешь директором одного единственного института, а не всей этой самой, не всех сразу.